что нужно для вкусного и полезного ужина. Однозначно морская продукция. Если желаете качественную, то стоит обязательно посетить выставку-продажу «Икра и рыба камчатская». Слабосоленая, горячего и холодного копчения. Всего более 30 разновидностей продукции. И все прямиком с Дальнего Востока. Выбор на любой вкус. Кто-то в рыбе видит целую жизненную философию. Утром встанешь со свежезаваренным чаем. Кусочек белого хлеба, чай с лимоном желательно. Кусочек белого хлеба, на хлеб немножечко масла и ломтик рыбки. И побывало как в раю. Прийти сюда может человек с любыми вкусами и желаниями. Постоянно, как приезжает эта выставка «Дары Камчатки», я прихожу сюда и покупаю белорыбицу. Она очень полезная, очень вкусная и свежая. В торговой точке «Икра и рыба камчатская» можно встретить не только чевычу, палтуса, белорыбицу, но и красную икру. Ее аппетитность не оставляет покупателей равнодушными. Мы уже здесь не первый раз берем икру, вот, допустим. Очень вкусная, качественная, крупные икринки, приятный вкус. В продуктах с Камчатки нет консервантов. В икру добавили лишь соль. В ассортименте королева лососевых чавыча. Горячего холодного копчения, слабосоленая. Эта рыба богата на витамины и микроэлементы, которые поддерживают мозговую деятельность и работу сердечно-сосудистой системы. Чавычу, белорыбицу. Жирная, вкусная, свежая, мягкая. Продукция «Икра и рыба камчатская» насыщена большим количеством минералов и аминокислот. Они улучшают обмен веществ и используются для профилактики заболеваний. В продуктах с Камчатки нет консервантов, в икру добавили лишь соль, а чудный запах рыбы от приготовления на натуральном сырье, коре дуба и ольхи, а также яблоневых ветках. При покупке рыбу можно положить в морозильную камеру к праздничному столу. И при правильной разморозке продукция не потеряет ни грамма вкусовых качеств. Поторопитесь. Успеть купить полезную продукцию можно до 20 февраля включительно на площади за домом быта, площадь Мира 3.